Сегодня у нас 11 декабря 2018 Ой, года. Ой, где у меня белый? Утро. Белый вот. Где? Вон он где. Пошли вот. Скорее, гляди. Вон он куда пошел. С той стороны лови его скорее. Ты посмотри, какой боевой. Вон он. Белый, а вот был слепой. Вышел. Слепой совершенно. Спускаться и каждый день сейчас. Протирал святой водой. Рыжая сидит. Скорее иди сюда. Кому? Рыжая. Ну-ка давай. Вон он. Ну-ка дай. Ой, какие сейчас они любят. Давайте, вот она где. Ой-ой-ой, скорей, а ой. То не успеет. Смотри, как он туда успевает туда зайти. Вон он бежит. Да скорее. Вот. Скорее, 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 Володя. Опа! Давай. Вот он где у меня. Вот они ему. Гольяшки. Вот какие гольяшки. Страшно любят. Так, теперь скорее закрыть от матери. Вот давай. Паля, иди сюда. Вот Паля моя, Паля, и из гальяна. Говорили, куда такие гальяны? А это вот у меня рыжей дать. Представь, сколько. Рыжая, где ты? Ну иди сюда, иди скорее. Иди, иди, благоразумная какая. Иди скорее, на. Давай, сейчас я, ей надо, чтобы целлофаном. Она просто не чревоугодница. Тогда она пойдет. Уходи, держи. Целлофаном. Сейчас Паля прибежит скорее всего. Показать. Рыжая. Давай скорее. Вот она сейчас, гляди на нее, как она тренирует. Давай. Вон Паля прибежала уже. И Паля прибежала. Вот понимаешь, нет? Давай, скорее, скорее. Давай. Все, спрыгнула. Вот она, на, рыжая. Гляди. Вот она где, ешь. А этот выскочил. Шнырек. Так, у бабки отнять надо. Тоже мне. Все. А вот смотри, во-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 во. Держи, рыжие. Вот такой вот. А то спрашивали, куда гальяну? Насушили, посолили. Я другой раз днем даже не выдержу. Хоть маленькую одного, но пожевать для вкуса. Вот и все. Так, сегодня день у нас слишком много пришло гостей за ночь. Сейчас вот я насчитал. Просто вообще. Вот 25 человек примерно за ночь пришло. И каждый, может быть, по 3, по 4 отзывы. Там матерки на все ролики идут. На все ролики. И днем вчера не меньше 30 вышел. Ну, полста. Полста каждый день. Это специальные люди, я узнал, платят им, чтобы клеветать. А как смотрите? Я молюсь о них и радуюсь. Потому что Писание говорит, горе, когда все о вас будут говорить хорошо. Здесь хвалят, а здесь поносят и так выравниваются примерно. Вот представь сколько. У меня уже 6,5, сейчас 1007, наверное, уже, которых пришлось заблокировать. Людей. Это больше полдивизии. Я не думаю, что на кого-то такие нападки, что были вот так массово, ежедневно, еженочно. Нет, почему? А особая моя миссия перед Богом. Открывать истину людям. А сатана скрежещет зубами. Мне-то это понятно. И все ДС. Вот это интересно. Буквы 2С. А он, как, я не знаю, почему так. Я вот гляжу и такое. Ты сама сегодня видела, насчитывал, сколько. Так я их убирал-то, я не даю тебе считать, а там матерками страшными. Даже Путина. Вот Путин, слово Тин оставляет, а впереди матерок из 3 букв, там из 5, и в одно слово слепляет, и тоже так. Ну, на него 1-2 там где-то. Вот ежедневно на меня, я смотрел, раньше было 3-4, сегодня ну, около 70 нападок. Вот такие вот. И все. И как? Я на молитву сразу становлюсь. Вот я тебя спросил вчера, сколько раз ты на молитве была днем? Ты говоришь, 2. 2. А у меня сколько? 12 раз. 12. Один раз это 3 святое. И... Так это тайно надо бориться. Что-то тайно, что-то явно. Я ничего этим... Чтобы не было похвалы, а я не получаю, кроме по затылку. И баптистам, и разным сектантам. И все об этой чертовщине, там эти крампусы разные. И всем надо ответить. Новый человек, давай за меня заступаться. Так Игнатий говорил, чтобы за него не заступались. А другая там из Германии пишет. Он неоднократно говорил, чтобы за него не заступались. Зачем? Это моя награда. Он не понимает, сидит, ковыряется. Бабку не запустили в туалет, он жестокий. Да уже десятки раз ты сходила после этого в туалет-то. Вот она стоит, улыбается-то. Загнали ее в туалет-то. Я почему копается они там? А бабкина зловоние, как благовоние для них. Не запустил тебя. Ой. Не выпустил. Зачем залезла-то? Это специально все было подстроено, чтобы показать. А кто построил? Кто-то. Зачем залезла? Никогда там не сидела.
И в это время тебя бы потянуло куда-то. Вот, по глухонемому вот так вот два пальца и вот так постучал. То есть, дорогу дайте, если хотите быть чистыми. Я пошла в отдельное заведение. И вот начинает раздумывать. И вот за этот нападает, а тот опять думает, я что-то сделал не так, кого-то где-то обидел. Вот у меня когда суды были, и мне это надо доказывать-то, какой я плохой, а нужно доказать, зачем вы эту пакость сделали. И процессы все проигрывали, они глупые. И вот я, допустим, с кем-то судился, я бы сказал, а не так. Да ты за свои слова ответь. Нарисовали чего-то, оставили это в газете, в общей на Игнатия Лапкина. А тут рассматривают, никакого отношения к сатанизму Лапки не имеет, общего зарегистрирования, православные христиане. Ничего нету. Московский комсомолец, поганейшая газетенка. И разгромили. Говорили, ничего не сделать. А присудили платить мне деньги за оскорбление, за подрыв деловой репутации. И те, а мы ничего не давали, не получите. Вот вам, как Шарихов говорит, выкусите. Выкусили. Ну, Толоконников Владимир это играет так очень хорошо. Я тогда написал прокурору Москвы, прокуратура мне сразу ответила. Им предписание сказали, в течение 5 дней, чтобы деньги были у Лапкина. Иначе все конфисковано будет и закрыта ваша редакция. Мгновенно сразу все ответили. Вот и все. А написали в газете, тот Курдюмов нарисовал. Вот. А этот написал там, какой-то там Федяев. Написал, а как с рисунком? Мне сказали нарисовать, я нарисовал. Откуда я знал кого? Всех в суд. А тот бежал, автор бежал из Барнаула, нет нигде. Не могут нигде найти по сегодняшний день. А там суд разбирает и говорит, рисунок напрямую по тексту связан с текстом. Рисунок с текстом связан-то. Один суд малого решил, я второй выиграл. Третий, краевой суд. Все решили, это беру одни только. А когда говорил, Лапкина наконец-то прихлопнули, московский комсомолец, я пришел и говорю, вы что пишете? Это как лагерь действует, это по лагерю, по детскому лагерю. Ну и как прихлопнули? Ну все, больше не будет. А кто писал? Тогда мне Константин этот Русаков говорит, это самый лучший журналист. Я говорю, а кто? Самольцев Александр. А кто он такой? Ну, он их считается такой. Я стал у него молиться. Буквально неделя не прошла, мне сообщают. Его нет уже. А почему? Кто-то его убил. Убил. Валяются и записные его там все где-то в подвале. Но я его не бил. Я молился, что, Господи, дай нам встречу с ним. Я ему объяснил. Ничего это. Я пошел в редакцию. Этого ничего не было. Они хватаются, не знают. Маленько. Я говорю, есть такой рассказ. Были легенды Востока. Григорианс пишет. Вот, есть, говорит, на Востоке такая птица, которая, как у нас дятел, у нее, где он шишку закладывает там в расселину там, и долбит ее, чтобы она не выпала, ему же держать надо. А эта птица есть других птиц, ну, такие, и она там, где отправляется, пагодки называются, я знаю это. Но она, говорит, кости навалит, там целая куча, но иногда ничего не может найти. И она там возвращается к этому месту, а кости-то не обглоданные, она на них засохла. И она берет эту кость лапой и себе, говорит, в задний проход ее пытается протолкнуть. Если она проходит, тогда глотает, чтобы не застряла. Я говорю, так вы маленько проверяйте, проглотите меня или нет. Я оттуда тоже для себя взял. Это я в редакции сказал. Это жизнь такая. Как, говорит, когда, говорит, Лапкина освободили, он, говорит, стучал сапогами по этажам редакции, требуя к ответу все, говорит. И священники, один звонит и говорит, вы что делаете-то? Да ничего, к службе готовлюсь. Кончился ваш покой. Вы слышали, нет? Лапкина выпустили на свободу. Папам звонит. В епархию. Кончилась, говорит, ваша тихая жизнь. Это болото он вам возмутит. Как идем, я знаю, монашка отдельно живет. Монашка нигде. И отдельный коридор вообще отдельно там в деревне. Монах живет. Зачем вам это нужно? Я возьми, да скажи этому Докукину. Это был тогда архиепископ Гедеон. Я говорю, ну разве это ладно, люди-то что-то рядом живутся в деревне. Я покажу все где. Игнатий, я говорю, ну Василий Великий говорит это. Игнатий, ну кто такой Василий Великий? Такой же мужик. А теперь пишут. Ну уж этого Игнатий не потерпел, это Кирилл Сахаров пишет. Такой же мужик был. Ну маленький не такой был. Не так питался. Не такими телесами, говорит, трес. А то попутно сказать. У Гедеона, говорит, 2 ванны было. Я говорю, зачем? В одной моется, а другую там с медом или чем, чтобы пушистые волосы были.
монашество, подогреваемые полы, миллиарды отпускает государство. Это попутно. А на меня наседают. У меня нет ничего, вот оно, все. Все, нужды никакой нету. Там 12,8 квадратных метра. Это кухня, приемная, столовая, туалет, все. 12-13 квадратов неполных. И эта квартира на весь мир известна. Там фильм снимали «Предчувствие», который первое место на международном киноконкурсе занял. А они со своими, так, разбился Евдокимов, собирали деньги и на этот фильм поставили, никто его не слышал и не видел. Издать произведение Шукшина, деньги собирала. А администрация, я в газете читал, говорит, сбор средств идет, шеститомник какой-то, ничего нигде нету. А здесь за каждую книгу убивают. А почему? Потому что живое, живое и мертвое. Я вам даже что-то показываю, интересно мне, с кошками. А как он попал туда? Он сам залез туда. Ты смотри, туда сам за решетку залез. Гляди. Залез и закрылся. Это вообще не кот, а чудо. А сверху мамка сидит. Ну-ка давай. О, да какой шустрый-то. А, ну что такое? Ну что? Все. И главное, не кусает и когти не выпускает. О! Не надо баловаться. Давай. Главное, под решетку залезет, она сама закрывается. Видал? Ну что? Жена ревнует, говорит, кошку любишь больше, чем меня. Я вышел на пастку, говорю, как голуби переворачиваются, летают. А жена стоит рядом. Голубей любит больше, чем меня. То есть претензии на больше. Ну, я похристосовался, поцеловались. Ну, что еще я могу сделать? Ты же не летаешь. Посмотреть мне еще. А это голуби. О, все там, кошки и слоны, как Шариков говорил. Все на этом. Вон он, мамку свою. Она опять ищет. Знает, что ему что-то дают. И объедки она собирает. О, видно, нет, как он лапает ее. Ну давай. Вылазьте, вылазьте. Иди сюда, белый, иди сюда. Иди, вот, иди, где ученый кот. Иди. Ой, да мало. Иди сюда, вот сюда. Тут не надо, тут на пипит. Ну это молодец какой. Все. Так, морковку буду тереть. Я еще не подготовил. Ну давай, все. Давайте, пусти. Пусти меня. Ну пусти маленько, а. Я позвоню ему. Давай. Ну ладно, с Богом, храни Господь тебя. Все.